Хорошие дороги приходят в районы Нижегородской области. Заканчиваются работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги». Всего в этом году в области будут отремонтированы более 880 километров дорог. В рамках этого проекта сегодня комиссия принимала дороги в селе Воскресенское. Зазор есть ли под трехметровой рейкой, то есть ли колейность? Зазора нет. На этих участках это рейсовый автобус ходит постоянно по Воскресенску. А школьные автобусы, это центр поселка. Ну, я считаю, что центр поселка должен как-то выглядеть более-менее привлекательно. И вот мы постарались, чтобы хотя бы дорожное полотно соответствовало каким-то требованиям. Многократное посещение объекта с целью контроля, отбора проб, промеров, а также замеров, геометрии проезжей части в ходе ремонта. В настоящее время замечания устранены.